уважаемые друзья, матч третьего круга мы с вами наблюдаем одного из финалистов турнира. Поверьте мне, эти два парня достойны быть в финале. Качество удержания мяча на задней линии — это просто фантастика, что творится. Великолепная кондиция у обоих ребят, недостаточно поджары. Марио Манзила пока что проигрывает во втором сете со счетом 0-1. Бьет, но не хватает, не пробивает. По 15. Итак, уважаемые друзья, на корте номер 2, матч третьего круга. Юноша в желтой футболке – это Диего Барретта, Испания. Его соперник, сейчас я вам скажу точно. Его соперник Марио Пена. А юноша демонстрирует, Диего Барретта демонстрирует просто фантастическую заднюю линию. Как работают ноги, это просто какая-то фантастика. А, Диего Барретта, он выиграл первый сет со счетом 6-3. Субтитры
как отрабатывают у парня ноги. Вот это образцово-показательные ноги. Как должны работать ноги. Пол мяча было на линии, но решил в свою сторону. Да, уважаемые друзья, на корте номер 3 Марио Манзила пока что во втором сете 1-2 проигрывает Педро Кабахо Санчес. Какие ноги? Какие ноги? Как работают у парня ноги? Vamos a romper la raqueta aquí.
Thank you.
Держимся.